Ребята, всем привет, вы на канале Страна и Гирляндия. Наконец-то и у нас появилось обновление в том Погоня Героев. Как и писали ребята, появился новый враг, енот с базукой. А еще мы можем стать непобедимым снежным комом. Локация у нас нужная, то есть зимняя. Но есть еще задание, холода, разрушь препятствия снежным комом, 145 штук, препятствий, конечно же, много. Но когда это трудности нас пугали, и сразу же нас перебрасывает в верхний город. По-моему, сейчас мы будем снежным комом, да, так и есть, как же круто. И никакие препятствия не могут устоять перед могущественным Томом. За один снежный ком 26 препятствий. Круто! Я думал, это задание мы будем выполнять очень долго. Оказывается, мы его выполним быстро. Ведь у нас на пути очень много препятствий. Немного отдохнули и снова работаем снежным комом. Круто, ребята, вы это видели? Также добавили прикольное восклицание. Но для этого нужно одним ударом уничтожить несколько енотов. Постараюсь за этот снежный ком закрыть миссию. К сожалению, этим снежным комом закрыть задание не удалось. Задание закрыто. Осталось только получить заслуженный приз. Опа, ребята, нас выкинуло из игры, пришлось загружаться заново. Но в этот раз я хочу просто пробежаться по зимней локации и наконец-то увидеть этих енотов с базукой. Что-то странное, как будто сражение с боссом. Да, это и были эти еноты с базукой, которые запускают по нам ракеты, от которых приходится уворачиваться. Но, как вы видите, мы заранее знаем, что еноты приготовились в нас стрелять. А ведь неплохо придумали, надеюсь, что такое добавят во все локации. Только еноты будут не с базукой, а с чем-то другим. Это восклицание мы заработали за то, что одним ударом смогли нейтрализовать троих енотов, а также еще одного енота с базукой. По-моему, в следующий раз нам нужно перейти в новую локацию и посмотреть, вдруг и там есть какие-то обновления. Хотя я думаю, разработчики об этом написали бы. Интересно, какое восклицание будет за 5 героев. Если честно, я даже не знаю, как переводится это слово. Ребята, кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Круто, в снежном городе верхний этаж сейчас это просто аттракцион. Даже еноты с базукой не могут ничего сделать против снежного кома. Если летающие еноты думали, что мы их пропустим, нет. А вот и телепорт в новую локацию. Переходим в пустыню. Супер удар Тома. Сносит все на своем пути не хуже, нежели снежный ком. В этой локации, по-моему, ничего нового не появилось.
Такие же препятствия были и в прошлые разы. Собрали немного монет. Ух, вовремя решил уйти в сторону. По-моему, я не долетал. Еще один переход в новую локацию. И здесь мы перемещаемся в верхний город. Смотрим, есть ли какие-то изменения здесь. По-моему, ничего не изменилось, так что все изменения коснулись только зимней локации. Но еще это восклицания, с которыми играть стало намного веселей. Конечно же, дельтапланы в этой локации – это одно из самых классных. Доигрался. Но так хотелось сбить летающего енота. Нет, спасать мы тебя не будем. Ребята, нас, по-моему, снова выкинуло. Перезагружаться я не буду, но еще попробую на другом устройстве сыграть. Если что, продолжение игры смотрите на канале Fun Games. С вами был канал Страна Игерляндия. Всем пока и до новых встреч!